В какой стране вы бы хотели жить меньше всего? Меньше всего? Да я думаю, нет такой страны. Хотелось бы жить в Украине, а там как жизнь покажет. Страна, в которой вы меньше всего хотели бы жить? Индия. Украина. Наверное, Арабские Эмираты. Пока не знаю стран однозначно и полностью, так что не буду говорить, какой я имела. Это Германия. Наверное, это все-таки Индия и такая Восточная Азия. Знаете, а тут даже несмотря на мою симпатию к азиатам, я бы не хотела жить в Азии, потому что там гигантская конкуренция и там абсолютно другая культура, которая, она по-своему хороша, но нашим людям будет очень сложно к ней привыкнуть. Украина. Россия. Китай, Индия. Меньше всего. Это тяжело. Я бы в любой стране жила. Я не знаю. В Африке там жарко очень. Ну, каких бы, наверное, африканских странах вот этих, что сильно там не прогрессивные. А так, ну, и то я не могу сказать, потому что я не была там, опять-таки. Это тоже предвзятое отношение получается. Ну, наверное, это был бы Китай. Я думаю, в той стране, где много террористов и много всяких этих компаний по поводу войны и по поводу таких не очень хороших намерений. Наверное, это была бы Азия, поскольку там есть такие, и то, смотря где, знаете, то есть такие страны, в которые я бы никогда в жизни не поехала, только из-за того, какой там социальный статус, то есть где антисанитария и все прочее, я бы не поехала туда. Африканские, пускай будут страны. Наверное, это какие-то арабские страны. Мне кажется, что это какая-то жаркая страна, ну, например, Судан или Сомали, как-то... Я обезвоживание не люблю жару. Да и лично мое мнение. Индия, наверное. Я даже не знаю. Наверное, нет такой страны. Я думаю, что все страны интересны. И везде надо побывать, можно так все увидеть. О, это, скорее всего, Турция. В Арабских Эмиратах. Индия, наверное. Ну, наверное, вот в мусульманских странах я бы не хотела жить. Какой-то Африке, забытой всеми. Китай, Корея. Много таких, наверное. Камбоджа. Африканские страны, чисто из-за санитарии, из-за всех условий Индии. То есть там какая-то мошка укусила, все у тебя заражение, и ты не выживешь. А у них люди привыкли к такой воде, к такой среде, и для них это нормально. А наши люди просто к такому не готовы.